Новы дзіцячы сад сёння адкрыўся ў гарадскім пасёлку Мачулішчы Мінскага района. Менш чым за год на месцы былой казармы з'явілася сучасная дашкольная установа. Разлічаны садок на 75 месцаў. Для дзяцей тут створаны камфортныя умовы, музычныя і фізкультурныя залы, медыцынскі кабінет, дэфектолага і педагога-псіхолага. Для прагулак на свежым паветры пабудаваны 4 пляцоўкі, у тым ліку інтэрактыўныя для вывучэння правіл дарожнага руху. На ўрачыстым адкрыцці пабывала і Наталя Кузьміцкая. Полгода тому мужа Катерины Снапковой с пружан перевели на службу у Мачулішчы. Летом семья отзначила новоселье, а сегодня маленький Сярожа упершиню пошел в сад, у яким будет рыхтоваться до школы. У нас прекрасные педагоги, очень понравились, да, квалифицированные специалисты. Сразу видно, что немалый стаж работы у них уже за плечами. Очень умеют контактировать прекрасно с детьми, прекрасная атмосфера в группах создана. Новая дошкольная установа у Мачулішчы заявилась на месте былых военных казармов. Литерально за полгода солдатские покои переутворились в аутульные дитячие группы, спальни и гардеробные. Новый дитячий сад различены на 75 мест. Кроме самого головного подарунка пригожего и аутульного будинка, дети отримали еще шмат сасок, развивающих гульню и познавальных книжек. А еще спортивные и музычные залы, где уже сегодня маленькие выхованцы дали свой первый концерт. Для творчего и интеллектуального развития у садку створены все умовы. С детьми будут працевать профессийные педагоги, наставник-дефектолог и психолог. Набран уже полностью педагогический коллектив. Сотрудники детского сада очень вместе с родителями помогали при строительстве, при оформлении детского сада. У нас отдельный красивый музыкальный зал, спортивный зал, уютные, красивые группы. Не глядя на то, что с початку 2011 года в области побудовали 10 детских садков, пытание доступности дошкольных установ, особливо в Минском районе, остается актуальным. Задача эта дальше будет решаться. До 2020 года мы планируем в области построить еще 12 детских садов, 6 из них в Минском районе. И в настоящий момент уже практически готовится к новоселью детский сад в городе Дзержинске на 163 места. И этот год, год завершающий по строительству детского сада в городе Борисове на 230 мест. И сейчас началось строительство детского сада в деревне Лисковка Минского района. Это населенный пункт Боровлянского сельсовета. Для вырашения проблем с дефицитом места у детячих садах в области сегодня активно выкористовываются новые формы дошкольного навучания. Группы короткотерминового знаходжения, матулины школы и семейные детячие сады. Наталья Кузьміцкая, Іван Мартынович, агентство «Теленавин».